Всем привет. Белл, говори привет. Ну, нет, Бэй не слушается меня. Бэй не слушается. В общем, сегодня была очень жаркая погода, вообще просто. Так, нам немножко привезли стройматериал. Вот. Стройматериальчик. Я тут немножко пошкурил. Сегодня очень жарко было, он обгорел немножко. Ну ничего, мама у нас уехала, мы с Белкой вдвоем на хозяйстве, все управились. А куда мы сейчас поедем, Бел? На рыбалку. Мы сейчас на рыбалку с ночевкой, короче, пилим с Белой. Мамы нету, можно. В общем, сваливаем по-тихому. Сейчас всех покормили опять. Всех закрыли, кого возможно. Кур не закрывал. Декстер, поехали с нами. Сейчас собаку еще возьмем с собой и поедем. У нас уже там, мы уже съездили, все приготовили. Снегопадом повалило очень сильно деревья. Короче, сейчас резали, пилили, дорогу пропиливали. То есть дорога там есть, но она завалена полностью была. Мы сейчас ездили с Белкой, когда как раз в 4 часа с садика ее забрал. Сейчас уже часов 8. Вот. Там нас уже ждут. Так что мы просто приехали, собрались, машину укомплектовали, памперсы, поспать, матрасики, одеяло, подушки, теплые вещи, покушать, попить, чайники, поильники, все мы взяли. Сейчас возьмем собаку и помчимся. Когда приедем, покажем, где мы остановились. Очень красивое место, вообще просто шикарно. Сегодня погода шикарно, тихо, безветренно. Получается, речка вообще гладь такая, вообще красотища. Что, Белл, не трогай косточку. А где Бэй? Там. Там убежал, да? В общем, мы пойдем сейчас еще мотор возьмем от лодки. Потому что лодка есть, мотор не брали. Сейчас возьмем его и помчимся. И будем кататься на лодке по речке, да, Белл? Будем кататься? Да. Только оденемся, тепло, да? Ну, нет. Ну, как нет? Ну, нет. Белл. Тепло оденемся и помчимся, да, на лодке? Потому что будет ветерочек. Так, хорош загребать-то песок. Ты же сзади будешь сидеть. Здесь будут. Угу. В общем, все. До встречи. Увидимся. Всем пока. Пока. Вот мы и прибыли. Белла, говори всем привет. Белл, скажи всем привет. Привет. Нет, Декстер здесь с нами. Мы костерчик распалили, машины припарковали. Где наша собака? Собаку взяли с собой. Нет. Приехали ловить рыбу на удочку. Все, пойду вам покажу реку. Большой водоем. Тут змейки повылазили, правда. А я в шлепках. Ну ничего, сейчас переобуюсь. Лодка. Все красиво, смотрите, какая река вообще шикарная, вообще просто. Разбежали змейки, Белл? Да? Ты их всех разогнала? Да? Вообще, вон и рыба гуляет. Сейчас удочки размотаем, фонарики поставим. Аккумулятор привезли. И будем ловить рыбку большую и маленькую. И Декстра. А, еще взяли мотор. Сейчас еще покатаемся. Покатаемся по речке. Вообще красотища, да? Солнышко вон садится. Ну, только макушечки уже. Бал, не иди так близко. Смотри, кто здесь ходил. Лосик ходил. Видишь, следы лосика. Это медведя. Это не, нет, медведя там под лодкой. А это лось. Медведь давно был. А где лягушки-то? Они по краю жили, там на водопу. Целое стадо. Целое стадо? Лягушек не вижу вообще. Я тоже не вижу. Ты тоже не видишь? Ну ладно, потом увидим. Все? Всем пока, потом еще с ним что увидим. Видишь,
Да? Да. Поедем на лодочке. Ну сейчас мотор установим и поедем на лодочке. Все? Мы... Та-дам! Белла, что это? Сосиска. С полным ртом. Белла любит сосиски, но это у нас жареное сало с сосисками. Да, Белла? Сосиски тебе, сало нам. Все. Да? По-честному? По-честному. Все. Па-бам, как в ресторане. В ресторане такое не подают. Все, смотрим дальше. Мы поплыли. Нет, мы не поплыли, мы пошли. Потому что плавает только одно. А мы пошли. Та-дам, от берега. Все. С нами Декстер, Белла, дядя Сережа и дядя Женя. Река шикарная просто вообще. Вот сейчас мы заводимся. Все, понеслись. Пошли. Вообще шикарно. Чего ты? И Декстер, главное Декстер. О, Декстер, что такое? Что случилось? Декс. Он не понимает, как это. Офеля. Белл, как тебе? Скажи, как тебе? Нормально, молодец. А теперь смотрите наши красоты. Что это? Что это было? Что это было? Мотор работает. Ой. Папа может перестать съесть клетки. Белл, подвинься. Все, Белла подвинулась, а то получается папа сидит на корме, на носу, и папе зёпа мокрая. Где? Сейчас потворим, ёкарный папа. Да нет, Декстер. Декстер боится. Смотрите, сколько деревьев повалило вообще просто. Не бойся. Можно бояться, мы уже проплыли по реке. Да, там цветочки, все правильно было. Вот такие скалы у нас. Красотища. Ну, вот как тебе. Нормально, не страшно. Ты. Нет. Итак, вот наш с Белкой улов. Да, видно, не видно. Я уже почистил, потому что камера села. Не успел все сделать. Так неплохо наловили. Щучка одна. Это самое. И плотва. Красноперка. По-моему, язик вот этот вот большой. Вот, почистил, нормально. Вот так мы сгоняли с Белкой на рыбалочку. Сейчас она требует мультик. Пойду ей мультик включать. Все, всем пока. Рыбалка удалась, все нормально.